Это бывшее здание табачной фабрики «Донской табак», которое их заставили из города выехать. Они прям центр города занимали, производство вредное. Их заставили перенести производство, и они это здание оставили, и теперь они его сдают в аренду вот всяким вот таким вот местам. Злочным. Да. Тут действительно, тут приехал в одно место, и так можно подряд идти. Да. Везде примерно одного формата. Тусовочно. Все российские города чем-то друг на друга похожи. А у вас есть улица? У вас есть улица Ленина? Конечно. Площадь даже есть. Да. Площадь и проспект. Не улица. Нет, у нас есть улица. Улица это от Ришта до зоопарка. А от другую сторону до стороны Совета, до этой стороны, это да, это будет проспект. Скажи точно. Ну, по сути, это одна и та же улица. Просто она шире. Чего я снимаю? Всякую ерунду, господи, боже мой.